Мы за бабкой бестолковой добежали до столовой, а мужчина этот, ах, на диване в сапогах. На диванчике лежит и говорит, что он убит. Он лежит и дышит ровно, потому убит условно. Что ты, Вер? Правда, Кать? Начинай-ка причитать. Ночь проходит, день встречаем, а мертвец сидит за чаем. Сахар ложками их кладет, хлеб-то с маслом тоже жрет. Не хотится ли вам пробиться, а мертвец уселся бриться? Уходить вам не пора, а он уселся за рояль. Да что ты, Вер? Правда, Кать? Начинай-ка причитать. Нам теперь уж не до шутки. Вот пошли седьмые сутки, а мертвец у нас сидит, уплотнился и молчит. Вот какой несчастный случай, вот мертвец какой живучий. Ведь условный же мертвец, безусловно, не жилец. Будет, Вер, хватит.